начинаем. Не может быть! Это же новый айфон! А вот это совсем не похоже на современный гаджет. Какой знакомый запах. Это же шоколад! Приятного аппетита! А я пока изучу свой новенький айфон. Алло? Почему ничего не слышно? Не хочу тебя расстраивать, но он тоже шоколадный. Смотри, как вкусно! Не могу оторваться. Ты и так уже все съела. Где же наша еда? Похоже, нет только моей порции. Хорошо, что моя на месте. Этот твикс выглядит так аппетитно. Какой хрустящий. Я тоже не планирую оставаться голодной. Челси, дай конфетку. Спасибо. Сейчас я сделаю из нее нечто большое. Это совсем другое дело. Как много шоколада! Челси, тебе чего? Поделись? Нет. Вот жадина. Ничего, сейчас я тебя проучу. What? Пока, подружка. Теперь весь батончик мой. Ничего себе! Шоколадный початок. What? Попкорн выглядит намного круче. Невозможно остановиться. Жаль, что он достался не мне. Что ж, съем свою кукурузу. Вполне неплохо. Ну вот, осталась только кочерыжка. Есть идея. Я знаю, чем подкрепиться. Посажу это зернышко в горшок и как следует полью. Ого! Ты вырастила новую кукурузу! У меня получится не хуже. Оставлю это здесь и полью. Землетрясение! Мои хлопья выглядят совсем не аппетитно. А мои просто шедевр! Обожаю шоколадные чипсы! Они тают во рту! Могла бы не хвастаться. Надеюсь, вкус этих хлопьев не подведет. Вполне ничего. Ого! Золотая цепочка! Нужно ее примерить. У меня в тарелке тоже что-то есть. Жалкая подделка. Сейчас я приведу ее в должный вид. По-моему, мне идет. Какой маленький бургер! Не то, что твой, Эмма. Придется довольствоваться тем, что есть. Не знаю, как и подступиться к такому огромному бургеру. Я бы хотела попробовать. Но знала, что услышу отказ. Похоже, мне вновь нужна волшебная палочка. Я не хочу такой крохотный бургер. Ого, как же я не заметила сладкую картошку фри. Вкуснятина. Ментос мне нравится меньше колы. Извини, но она моя. Какой странный цвет.
Да это же жидкий шоколад! Может, мой Ментос тоже необычный? Похоже на шоколад. Точно! Вот бы сочетать его с колой. Я знала, что ты, как всегда, откажешь. Тогда приготовься получить сюрприз от меня. Это возмутительно! Обожаю эти пористые конфеты. Они выглядят привлекательнее, чем мой сладкий завтрак. Уверена, их вкус ни с чем не сравнится. Тут всего несколько шариков. И выглядят они как кошачий корм. Последний. Как жаль. Угости меня, Эмма. Я устала говорить «нет». Что ты наделала? У меня не было выхода. Это и правда вкусно. Класс. Красивые бусы. А у меня целое колье. Интуиция подсказывает мне, что это шоколад. Я угадала. Надеюсь, мне тоже повезет. Как больно! Это настоящее колье! Значит, внутри драгоценные камни. Ого! Жемчуг! Это лучше шоколада. Рано радуешься, Эмма. Посмотрим, что ты будешь делать теперь. Почему мое колье порвалось? Я не знаю. Это худшее, чего можно было ожидать. Вижу, тебе сегодня не везет. Только посмотри, какая спелая клубника мне досталась. Она будет идеально сочетаться с шоколадом. Божественно. Может, шоколад улучшит вкус моего лука? Нет, это очень горько и противно. Я не собираюсь страдать одна. Давай, Эмма, дыши полной грудью. Мои глаза слезятся, я ничего не вижу. Отлично, значит, ты не заметишь пропажу. Верни это на место, Челси. Иначе сейчас получишь. Опять лук? Откуда он взялся? Приятного аппетита. Чур, я буду первый. О, нет. Лучше этого не видеть. Давай, открывай уже. Но там кактус. Не хочу я есть кактус. Он колючий. Ай! Ну вот. Теперь из-за него у меня весь рот в иголках. А я еще даже укуса не сделала. Не ной. Лучше ешь поскорее. Хорошо, что я хоть от иголок на лице избавилась. Кстати, точно! Можно избавиться вообще от всех иголок. Их можно просто срезать обычными ножницами. Ничего себе! Гениальная идея! А вы думали? У меня всегда мозги правильно работали. Фу, ну и гадость! Оказывается, иголки – это не единственная проблема. Вкус гораздо хуже. Фу, Мэри, как тебе не стыдно? Извините, вышла наружу. Открывайте свои крышки. Вы только посмотрите, какое аппетитное у меня мороженое! Так и хочется поскорее его съесть. А ну, стоять! Ничего ты не съешь. Почему? Мороженое круглое. А у кого сегодня круглая еда? У меня. Так что не получишь свои шарики, они мои. Такие вкусные. Ах так. Ну, держись у меня. Посмотрим, справится ли мороженое с теплыми потоками воздуха. Ну что, тепло?
повезло тебе. Я бы, конечно, съела тебя и так, но злая Мэри не дает мне этого сделать. Так что придется действовать жестоко. Что произошло? Почему мороженое растаяло? Потому что оно мое. Видишь, рожок треугольный, а все мороженое теперь в нем. Как вкусно! И очень аппетитно. А то, конечно. А ты чего смотришь, Челси? Только ты и осталась. Точно. Вот это повезло. Какой сюрприз. Вы только гляньте, какой большой и аппетитный сэндвич. Там внутри столько ингредиентов, что даже сосчитать невозможно. А на вкус просто сказка. Прямо тает во рту. А что это капает? Кажется, кетчуп. Надо же. Да еще и вкусненький такой. Я должна заполучить этот сэндвич. И я даже знаю, как. Чего тебе, Мэри? Мне? Я ничего. Вы пока разбирайтесь, а сэндвич мой. Смотри, что Клариса делает с твоей едой. Ах ты! Да как ты смеешь? Смею! Вообще-то сэндвич мой. Видишь, он теперь треугольный. Значит, ты не имеешь на него никаких прав. Понятно? Значит, ты решила устроить войну? Ну что, будет тебе война. Посмотрим, как ты теперь запоешь. Какой все-таки вкусный сэндвич. Тут явно что-то не так. Помогите! Помочь? Вот, запей. Там как раз остренький соус в бутылке. За что ты так со мной? Будет знать, как брать чужую еду. Девочки, я буду первой. Смотрите, какой аппетитный тортик. Come on! А что же у меня? What? Ой, корейская лапша. Это странно, но, наверное, вкусно. Мне точно повезет. Я же говорила, у меня вон какая большая и аппетитная пицца. Чур, я есть буду первой. А ну, стоять! Видишь, у тебя на тортике есть ягодки. А они круглые, значит, мои. Так что давай их сюда. Ягодки? Круглые? Значит, мы теперь все рассматривать будем. Ну, хорошо. Вот твои ягодки, лови! Тебе идет грязь на лице. Смейтесь сколько хотите. Зато теперь все ягодки мои. Бе-бе-бе. Зато у меня есть вкусный крем. И такой же вкусный тортик. Между прочим, внутри тоже есть ягодки. Но я их уже съела. Очень вкусно. Мэри, твой черед. Точно, я как раз успела проголодаться. Поэтому прелестные кусочки пиццы будут очень даже кстати. Кусочки? Точно, они же треугольной формы. А все треугольное мое. Так что быстрее отдавай мою пиццу. Нет, не отдам, она моя. Ты не посмеешь. Еще как посмею. Давай сюда, сказала. Это мое. Нет, мое. Отпусти. Сама отпусти. Ой. Почему вы ругаетесь? Пострадаю я. Так нечестно. Но пицца все равно моя. Ясно тебе? Мне не важно, чья это пицца. Все из-за тебя, Мэри. Да как ты смеешь? Из-за тебя я уронила пиццу. Но ничего, ты у меня получишь. Вот тебе, получай. Хватит, прошу, перестань. Надеюсь, она и так будет вкусной. Мы все в этой лапше утонем! Спасите! Бесконечный поток! What? А кто виноват? Мэри! Она все сломала! Слушайте, а лапша в таком состоянии очень даже ничего. Мне нравится. Совсем уже. Сухую лапшу ест. Открываем крышки на счет 3, 2, 1. Ура, мне повезло! Skittles!
мне тоже. У меня хуба-буба. А у меня морковь. Это очень странно. Согласна. Но черт первый буду есть я. Для начала нужно просто избавиться от фантиков. Это было просто. Теперь все жвачки нужно поймать ртом. Но делать это все одним способом крайне скучно. Поэтому гораздо веселее по-разному бросать эти вкусняшки. Ого! Да ты настоящий профи! Браво! Спасибо, девочки. Но это еще не все. Пришло время пузыря. Не смешно. Первый блин всегда комом. Ну вот, из-за вас я потеряла жвачку. Фу, она вся в волосах. Такую даже жевать нельзя. Это мерзко. Ничего, все равно было круто. Мэри, твоя очередь. Наконец-то. Я весь день мечтала именно о Скитлз. Как хорошо, что именно мне с ним так повезло. Я обожаю эти конфеты. Они яркие и такие вкусные. Кстати, почему бы не сделать так, чтобы все видели, какие конфетки красивые? Смотрите и завидуйте, как много у меня классных конфет. К тому же они очень-очень вкусные. Значит, хочешь, чтобы мы завидовали? Ну ничего, я знаю, как тебя проучить. Перестань! Опчхи! Ой, я не хотела на вас, простите. Ничего страшного. Зато теперь и мы можем попробовать Скитлз. Точно. Получилось даже весело. Мне понравилось. Но, Клариса, у тебя еще есть целая морковь. Ешь. Ладно, попробую. Слушайте, а морковь-то это очень даже вкусно. Я теперь понимаю, почему зайцам и кроликам так она нравится. Ой, со мной что-то не так. Это была отравленная морковь. Я злой заяц. Я ем всех, не только морковь. Злой заяц, бежим! Трусихи, это же просто маска. Странно, откуда дым? Кажется, из-под моей крышки. Конечно, это же свежие бельгийские вафли. А что у вас? У меня арбуз. К тому же огромный. А у меня перец. Тоже очень немаленький. Кошмар! Ну, значит, ты начнешь. Нет, прошу, он же такой острый. Ладно, буду надеяться, что все будет окей. Этого мало, кусай еще. Нет. Давай, давай еще, кусай. Может, хватит? Мне уже плохо. Это даже выглядит жутко. Я вся горю, помогите! Только нас не спали! Аккуратно! Кажется, приступ закончился. Можно есть. Все это из-за Кларисы. Нужно тебя потушить. Дай сюда арбуз. Куда? А мне что есть? О, мне и правда легче. На, доедай свой арбуз. Там ничего не осталось. А, нет, осталось. Круто! Значит, я могу полакомиться. Ну вот, и только у меня совсем ничего не осталось. Понятия не имею, что нас ждет. О, какие-то карточки, давайте посмотрим. Ну вот, мне придется есть медленно. А мне быстро, это я люблю. Золотая середина, неплохо. И какое же блюдо для нас приготовили? Лапша, здорово! Выглядит очень аппетитно. Мне не терпится попробовать. Давайте я начну. Посмотрим, что тут у нас. Ага, палочки. Наверное, нужно их открыть. Вот так. Аккуратно, не спеша. Зачем мне
торопиться. Похоже, это надолго. Пожалуй, я пока начну. Дурацкие палочки. Никак не могу их разъединить. Я чуть зубы не сломал, все без толку. Ты просто слабак. Нет, у меня получится. Эй, больно, ты попал мне прямо в лоб. Извини, я случайно. И как же мне есть одной палочкой? Попробую подцепить лапшу. Да, это плохая идея. Какие красивые ровные палочки. Даже Мэри скоро начнет есть, а я все еще голоден. Но все, мне это надоело. Как много лапши намоталось на мою палочку. И почему я сразу до этого не додумался? Вкусно? Просто объедение – это лучшее, что когда я либо пробовал. Как там Мэри? Эти палочки меня завораживают. Думаю, не стоит ее беспокоить. Давай я съем свою лапшу. Мне понадобится салфетка. Вот теперь можно приступать. Посмотрим, как ты справишься с палочками. Зачем ты их выкинула? Они мне не нужны. Лучше я возьму вилку и нож. Так привычнее. Что ж, начнем. Ну вот, лапша постоянно падает. Вилка и нож мне тоже не подходят. Нужно придумать что-то другое. У меня идея. Буду есть прямо так. Пока отлично получается. Вот и все. Я справилась. Баночка пустая. А ты молодец, поздравляю. А что там у Мэри? О, лапша, как давно я мечтаю ее попробовать. Наконец-то она во рту. Это божественно. Давай стащим порцию Мэри, она все равно ничего не заметит. Вкуснятина! Я хочу наслаждаться каждым мгновением. Странно, а куда пропала моя лапша? Вы ничего не видели? Ай, больно! Так вам и надо. В следующий раз не будете таскать чужие продукты. Она права. Новый раунд, класс! Посмотрим, что тут у нас. Опять медленно. Ну ладно, мне не привыкать. Я не против среднего темпа. А меня вполне устраивает быстрый. Ребята, смотрите, это же пицца. Вау, в ней так много сыра, класс. У меня сразу же разыгрался аппетит. Я в восторге, хватит болтать, давайте скорее начнем. Я, как обычно, первая. Скорее, Мэри. Начну вот с этого кусочка. Он лучше остальных. О, как красиво тянется сыр. Челси, я не готов ждать целую вечность. По-моему, этот кусочек слишком мал. Два будет в самый раз. Вот это аппетит! Пицца, просто пальчики оближешь. Думаю, не стоит мелочиться. Сложу все кусочки друг на друга и съем за один раз. Получится пицца-сэндвич, класс! Джек, вот это темп! Мне есть чему у тебя поучиться, браво! Я мог бы съесть еще быстрее, но мне хочется немного растянуть удовольствие. Теперь ты, Челси. Как же мне поступить? Придумала. Сверну эту пиццу в рулет. Класс, крутая идея. Теперь я справлюсь за пару секунд. Что-то пошло не так. Пицца застряла у меня во рту. Не переживай, я тебе помогу. Спасибо, никак не могла откусить. Ты спас меня. Момент счастья близок. Пицца почти у меня во рту. Куда же она? Упс, кажется, она упала. Ее уже не спасти. У меня остался только кусочек теста. Печаль. Хотя это все же лучше, чем совсем ничего. Все, я закончила. Тебе постоянно не везет, Мэри. Что это, кактусы? Они же колючие. Не понимаю, как мы будем их есть. Мне страшно. Не хотелось бы продырявить себе язык. Выглядит отвратительно. Не думаю, что это вкусно, но я готова принять на себя удар и приступить. Мы не против. Удачи, Челси. Сначала нужно проверить, насколько этот кактус колючий. Дайте мне немного времени, и я все выясню. Боюсь, нам придется долго ждать. Начинай, Мэри. Что ж, попробую. А, мой язык. Как больно. Челси, посмотри на это.
Я так просто не сдамся. Сейчас этот кактус у меня получит. Чувствую, будет жарко. Ты прав, Джек. Но он сам напросился. Так-то лучше. Не ожидал от тебя такого, Мэри. Мне страшно, заберите меня отсюда. Ты слишком впечатлительный, Джек. Ничего себе, ты неплохо ему отомстила. Ребята, у вас так шумно. Что там происходит? Не отвлекайся, Челси, иначе ты никогда не закончишь. Вот мы и встретились лицом к лицу. Как горько, гадость. Мне страшно представить этот вкус. Скоро ты сам его почувствуешь. Можешь начинать, Джек. Пусть сначала Челси закончит. Ну давай же, Челси, поторопись. Прибавь газу. Похоже, выхода нет. Мой палец, как больно. О, кажется, я сдул иголку. Попробую еще. Работает. Класс, кактус полностью чист. Теперь я могу его пробовать. Мэри, ты была права, это совсем невкусно. Гадость, мне хочется все выплюнуть и помыть язык. Как же я тебя понимаю? Я уже близко к кактусу. Вот мы и встретились. Больно как. До нее долго все доходит. У меня есть идея. Просто срежу все иголки. Нужно немного поднажать. Получается. Ну вот, мы опять надолго зависли. Думаю, лучше использовать пинцет. Давай помогу, Челси. А я предлагаю бритву. Это самый быстрый способ срезать иголки. Получилось! Не благодари, Челси. Осталась одна иголка. Все, можно пробовать. Ну давай же уже, Челси, мы в тебя верим. Зачем ты это сделал, Джек? Я хотел тебе немного помочь.